К такому вниманию журналистов Дарья Татаринова и ее тренер Наталья Иванова не привыкли. Поэтому немного смущаются перед объективами фотоаппарата и видеокамеры. Несколькими днями ранее в Саранске девушка отстояла честь Старого Оскола и Белгородчины на всероссийских соревнованиях по плаванию. Из 5 личных стартов 2 обернулись золотом и серебром. Выполнила задачи, которые ставила перед собой. Я удовлетворена своими результатами и всем своим, в принципе, выступлением. Да, были небольшие там неудачи, но все-таки все получилось. А конкуренция на соревнованиях такого уровня всегда очень серьезная. В своей самой любимой дисциплине, 50-метровке вольным стилем, Дашу никто не смог переплыть. Расстояние она преодолела за 26,22 секунды. Это личный рекорд спортсменки, поэтому находиться на пьедестале почета ей было особенно приятно. Лучшее свое время оскольчанка показала и на 50 метрах баттерфляем – 28,24 секунды. С таким результатом она выиграла серебряную медаль. Несмотря на то, что завоеванные награды разного достоинства, Даше они дороги одинаково. Обе, потому что это первые мои места на таких всероссийских соревнованиях, и это большое потрясение для меня, потому что я после того, как, например, выиграла, я просто ходила и улыбалась, просто с такой улыбкой ходила, просто, не знаю, я так была счастлива и одновременно не верила в то, что это происходит именно со мной. Нет, это не случайность. Результат был ожидаем и закономерен. Последние несколько месяцев Дарья провела очень продуктивно. В ноябре прошлого года выполнила норматив мастера спорта и успешно выступила на всех соревнованиях, чтобы отобраться на первенство страны. Эти соревнования были у нас основными на год. К ним мы как бы всю подготовку и подстраивали. То есть где-то нагрузки, где-то восстановление. И очень много было предварительных соревнований, чтобы попасть на них. Это надо было тоже попасть в тридцатку сильнейших спортсменов России в предварительных соревнованиях. Мы сначала это были в феврале областные, потом в марте это ЦФО, Центральный федеральный округ. Мы там тоже хорошо проплыли, то есть попали в тридцатку сильнейших и уже строили как бы подготовку. Но основная работа была сделана больше еще в конце зимы, начало весны. То есть уже последние месяцы мы как бы только держали эту вот подготовку, скорость. К Наталье Павловне Даша попала в 7 лет. К слову, сейчас ей еще нет и 14. Слагаемый успех спортсменки, хорошая тренировочная база, бассейн ОМК – один из лучших не только в городе, но и в регионе. Материальная поддержка «Металлоинвеста» в организации поездок на соревнования и сборы, а также, безусловно, лидерские качества Дарьи. Но у нее есть очень хорошие черты – это трудолюбие и старание, причем выполнить все идеально. Мы очень много работаем именно техникой плавания, не слоналкой. И стремимся до каждого последнего пальчика на ноге как бы все сделать идеально, правильно. Здесь много зависит от техники плавания. С этим она старается всегда, все исправляет. И еще когда только пришла со всем ребенком, то есть старалась с первого дня все скольжения делать, все правильные грибки, то есть слушала как бы сразу. Удачное выступление на первенстве России позволило попасть Дарье Татариновой в списке кандидатов в юношескую сборную страны. И она стала на шаг ближе к своей мечте. Как любой профессиональный спортсмен, она хочет покорить пьедестал Олимпиады.